Проект документа проходит обсуждение. Если мы оставляем льготы всем ветеранам труда, то со следующего года сокращаем четверть всех бюджетных рабочих мест. Такое заявление сделал губернатор Архангельской области Игорь Орлов на публичных слушаниях по бюджету на 2014 год. Отвечая на вопросы общественников, он заявил, что в сложной экономической ситуации избежать сокращения льгот не получится. «Вы должны понять, что денег нет», – подчеркнул Орлов. У общественников было свое предложение по экономии бюджетных средств – сократить зарплаты чиновникам, а уже потом лишать льгот ветеранов труда. Если региональный закон об отмене социальных льгот будет принят, 116 тысяч ветеранов труда лишатся помощи Архангельской области.